покрасьте. Забор покрасьте. Шпикачки. Галочка. Шпикачки есть? Есть. Отлично. Мертвый лес. Здорово, мертвый лес. Здорово. Там галочка ждет. Да. В Серику уехать. К Тайпакову. Да. Я знаю, что такое ровно. Я знаю, как за ним пыль глотать, а как ровно ехать, я не знаю. Конечно. Отдай мышку! Отдай! Отдай мышку! Отдай мышку! Сука, отдай! Третья, да? Да.
дорогу сделали, типа. После Юпитера, конечно, планета по-другому едет. Юпитер, как красач какой-то. А это эндуро машина, ух. Знаете, как у Дениса подвеска работает, все как положено. Воняет тут что-то чем-то.
болото высохло и завоняло, блядь. Сука, курва. Вонище, пипец просто. Воняет сильно, да? Катиться. А у меня поломан. Ну и доломаю. Вот дам, так, конечно. Не спеша, вот так. Сейчас, вот, братулец. Я хочу почувствовать, как твой носит мотоцикл. Как мой носит? Да. Ты его вообще не носит. Держу твой. Сейчас ты поймешь, насколько у тебя мотор сильнее моего. Братулец. Правда. Я пойму, что у тебя снова на передаче. Вот что я пойму. Ну, так на ручнике. Поехали. Когда Денис сказал, что я пойму, насколько у меня сильнее мотор, это сильнее у меня, когда я сейчас на нем еду, и начал понимать. Ну, сильный мотор у Дениса, я так и понял. Ну, хоть на белочку посмотрю со стороны после этого, как я ее приподнял. Денис управляется лучше, чем мой. 100 раз. Удобнее просто сидишь, как на, ну, как на кресле. Но с моим бороться надо. Подвесочка у Дениса вообще. Мотоцикл ровно едет, по неровностям. У меня жестче подвеска вся. Неудобнее мотоцикл. Вообще, у меня говно там полное, а не белочка. Мостов этих нету, все пересохло.
Значит, я за Денисом пыль латал, а теперь еще и за своим мотоциклом. Прикольно. Удобный у тебя мотоцикл, братулец.